Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня устроим трэш. Перетусуем все карты в головах у адептов. Просто перетусуем все, что есть, все представления, все миропонимания эзотерического, психологического, психотерапевтического планов для того, чтобы выстроить какой-то стержень, какую-то основу, которая сегодня есть у психотехник, да, для того, чтобы человек осознанно мог понимать, к чему ему двигаться самостоятельно, либо с помощью уже какого-то тренера. Сделаем? Сделаем. Такой трэш. Я специально даже выписала все предложения, которые сегодня я встречала, есть на рынке. Что-то упомяну, что-то друг друга поглощает, что-то выделю. Но мы возьмем и поместим это все на общий фундамент, для того, чтобы нам проще было разбираться. Начнем с чего? Начнем с регресса. Сегодня регресс или реинкарнационика, или услуги по прошлым жизням, общению с мертвыми, реинкарнационные травмы и перенесение их в прошлую жизнь. Влияние этого на наши текущий момент здесь и сейчас. Что еще у нас есть? У нас есть путешественники во времени. Что у нас еще в этой теме? Ну, вы понимаете вообще, о чем речь, да? То есть в нашем сознании мы должны будем перемещаться в прошлое, в регресс. И это выдается вообще под разными экстрасенсорными соусами, да? Совсем под разными, слова разные. В чем суть? Давайте объединим это все. В чем суть? Человек садится и начинает расслабляться, расконцентрирует внимание по своему телу, погружается вовнутрь себя, в мир своей психики. Кто-то называет, входит в медитативное состояние и переносит сознание на звезду, там, к Богу, еще куда-то. Ну, то есть человек предполагает, что он куда-то уходит вверх, на самом деле никуда, кроме своей головы, мы уйти не можем. То есть мы уходим вовнутрь. И мозг при этом наш реагирует как? Торможением. Сейчас можно вскликнуть: да, 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 это речь идет от этого состояния. Прекрасно. Здесь одновременно речь идет и о тета, и о дельта, и о альфа, и вообще о работе определенных режимах работы коры головного мозга, когда идет торможение. И мы проваливаемся в предсонное состояние. Предсонное состояние у нас идут по физиологическим реакциям. И это ключевое, потому что, когда говорят о регрессивных техниках, техниках работы с родом и родовыми травмами, когда дедушка и бабушка во всем виноваты, очень часто говорят о том, что человек чуть ли не сойдет с ума, или улетит, или заблудится и не вернется, если он ушел в этих состояниях путешествовать во времени, попадет в ловушки других миров. Куда еще, какую чушь я еще слушала? Что он заблудится где-то в мире мертвых, и его не отпустят, и он попадет в ад. Какую еще херню слышала? Ну, в общем, все из этой же оперы. Понимаете, вот эта чушь собачья, она рождается в головах тех, кто уже сам себя запугал. Но обычно у нас в жизни все так происходит, когда человек сам себя запугивает и настраивает на то, что все уже можно не делать ничего. Да? Страхом мы себя остановили. На самом деле речь идет о предсонных состояниях. И самое страшное, что может случиться с человеком, это он благополучно уснет. И проснется он опять вот в этой реальности, которая является доминирующей в его сознании. Конечно, если он перед этим булькнет очень много алкоголя, он может проснуться в реальности, где присутствуют элементы зеленых человечков, и это будет называться белой горячкой. Но мы сейчас не об этом. Да? Мы сейчас о том, что человек, уходя в определенное регрессивное состояние, он уходит в режимы торможения, расконцентрации, расслабления и попадает в предсонное состояние, когда у него рождается какой-то мир образов, мир информации, да? И этот мир информации идет из его подсознания, да? Согласились. Хорошо, следующий тип практик. Мы потом все это объединим. Регрессивные мы рассмотрели. Все в голове у человека происходит, не где-то. Следующий тип практик – прогрессивные. Прогрессивные практики. Например, тот же самый прогресс гипнотический, да, когда мы можем уйти в будущее, либо когда мы за будущим ходим, когда мы идем к гадалкам,
И гадалка там по реакциям моторики из подсознания может снимать информацию. Да, нет, угадал, не угадал. Когда мы ходим к тарологам, астрологам, предсказателям, которые используют любые инструменты, включая карты. То есть у них есть через моторику опять-таки выводится информация из подсознания и берется реакция человека на то, что вот эта информация будет правдива, да? Там уже моторные вещи используются тоже. И это наш прогресс. Опять-таки, когда мы работаем в прогрессе, мы вроде бы не расконцентрируемся и не проваливаемся в медитацию, да, и не держим вот так классический гипнотический рапорт, как в регрессе. Но при этом наш астролог, он долго считает, пишет, он сидит в блаженных состояниях, он делает какие-то расчеты, и благодаря этим расчетам в его сознании возникают какие-то образы, какие-то ответы на вопросы, идет настройка с подсознанием. Да, его мозг точно так же приходит в определенные режимы торможения, идет погружение за информацией куда? Вовнутрь себя. Выглядит вроде бы иначе, а процессы идентичны. Инструменты внешние, вот это вот можно там шар покатать, этот вот такой стеклянный магический, можно картишки разбросить, можно, но в любом случае мы идем в подсознание, мы идем вглубь, мы никуда-то уходим. И это тот остов, который соединяет и регресс, и прогресс. Господа, не обязательно сидеть в кресле, завалившись в медитацию. Можно иметь активную медитацию и иметь ту же информацию, но с нашим мозгом будет происходить все равно торможение и определенное зональное включение. Неважно, дельта, тельта, тета или альфа, но мы имеем сон во сне. Дальше из того, что предлагается на рынке. Сегодня есть астральные путешествия. Что происходит в астральных путешествиях? У человека есть представление, что вот он когда ляжет, расслабится, у него в теле пойдет какой-то гул, вибрация, он встанет, увидит свое тело, и все, он пошел гулять в астрал. Согласно этим представлениям, в определенных моментах у него в парареальности сформируется именно этот же образ, вибрация и так далее. Он встанет, пойдет гулять. Что происходит в это время в его теле? Точно такие же режимы торможения, погружения вовнутрь, никуда-то. И мозг начинает выстраивать парареальность, астральную реальность. Понятно, от регресса чем-то отличается или от прогресса? Точно так же в мозге выстраивается дополнительная информационная реальность, система образов. На открытых глазах или на закрытых – это всего лишь физиологическая разница. Далее, ментальные конструкции, которые сегодня продаются. Самый такой недалекий элемент работы – это когда на ментале человек чего-то придумывает и использует какие-то ментальные свои мысли, привязки, и их встраивает уже в речь, либо в поведенческие реакции и так далее. То есть соединяет сразу с физиологией и всякие пикапы и так далее, НЛП, манипулятивные разные техники. Опять-таки, момент, когда у нас рождаются ментальные конструкции какие-то. Человек куда уходит вниманием? Вовнутрь себя. Мозг что делает? Притормаживает. Да? То есть мы опять-таки уходим в себя. Все зависит от глубины погружения. Глубина разная, но это глубина. Следующее сновидение, но это уже сам доктор прописал, здесь уже рассказывать можно, не рассказывать. Следующее, практики накопления силы, гармонизации и так далее, когда мы опять-таки дыхательные разные техники, когда мы там праной напитываемся или йогические техники, мы опять-таки внимание переносим куда? Вовнутрь себя. Ну, уже само собой, мозг опять-таки начинает тормозить. Когда мы уходим вовнутрь себя, отключаемся от внешнего мира, мы тормозим, мы уходим вовнутрь себя. И таким образом, все практики, которые сегодня предлагаются на рынке, абсолютно все практики, связаны чем? Торможением. Наш мозг тормозит. Первое. Управление вниманием. В зависимости от того, куда мы направляем вниманием, там мы играем. Да? И следующее, о чем почему-то мало говорят, что режимы управления вот этим всем идут в состояниях. Состояние есть погружение, да, опять-таки торможение, в зависимости от того, как глубоко мы тормозим и какие зоны мозга включаются, ту игру мы и играем. И второе состояние управления – это
состояние, привязанное к нашим эмоциональным состояниям, хотя это отдельное состояние. Эмоции на определенном уровне, вот когда мы их можем ощущать, мы еще можем привязаться к эмоциям там, радости, любви, к эмоциям там, грусти, злости и так далее. То есть шкала Хокинса наша. Вот. Но, в принципе, есть зона, где мы уже с эмоциями связать вряд ли можем. Ну, блаженное состояние, и мы не можем их уже идентифицировать иначе, как какой-то восторг, блаженство и так далее. Но при этом отклик тела у нас продолжает идти. Вот об этих состояниях, это уже вибрационное состояние, их правильно называть вибрационными состояниями. Вот. Об этих состояниях как-то не говорят, а в основе управления лежит вибрация. Вот о ней идет речь. И чем более высокочастотная вибрация, тем в более информационно интересные слои мы можем попадать, и тем более объективную информацию мы можем брать. От чего это зависит? Состояние зависит от того, как мы привыкли пребывать, в чем. Если мы привыкли злиться, обижаться и манипулировать, соответственно, мы в низковибрационных состояниях находимся, там с вибрацией совсем, с информацией совсем туго. Более в высоковибрационных составляющих состояниях с информацией легче. Ну подождите, а кто учит управлять этой вибрацией? Покажите мне тренинги, где это учат. Ладно, проехали. Следующий момент. Все, что касается... У нас учат управлять силой. Понимаете? А зачем вам сила? Сила, если вы не можете управлять вибрацией. Сила всегда открывается, ее бесконечный поток, она завязана с энергообменом. Энергии через нас может валиться бесконечный поток. Чем больше мы у себя проработок делаем, чем больше мы удаляем у себя деструктивных программ, ограничивающих программ, именно ограничивающих. Потому что силовой поток уменьшается только из-за ограничений. Убрал ограничения, силы немеренное количество может быть, мы можем этой энергии бесконечное количество качать. Но управление это режимы, управление лежат через частотные диапазоны. Вот частотными диапазонами надо учиться и работать, потому что это основные управленческие такие моменты. И таким образом, главная получается составляющая – это управлять частотными состояниями, глубиной погружения, торможением и вниманием. Где внимание, там и материализация, там и игра, там сознание, там разворачивается картина реальности. И эта картина реальности на открытых глазах, вот она, а на закрытых глазах тут может быть парареальность. В параактивности человека, да, и в парареальности это тоже такая же реальность, и она точно так же отражается на физиологии человека. Есть реакции на уровне тела. Те же самые регулировки давления можно делать, те же самые обезболивания можно делать и так далее. Гипнотизеры с этим знакомы через парареальность. Это все у нас творится в голове. Да? Основу видите? Основа одна и та же. База одна и та же. Другой момент, что когда мы игру затеиваем, тут еще надо научиться различать, когда мы втянуты в игру, даже в парареальности. Да? То есть мы активно включаемся в игру или мы выходим из игры, и у нас нет привязки, и тогда мы за ней наблюдаем. То есть нам надо еще тренировать возможность активного участия или наблюдения. Например, когда мы берем информацию из мира мертвых, наблюдение, оно приоритетно. Тогда вы не чувствуете неприятного холода или неприятного запаха, или у вас нету такого активного включения, у вас нету страха. Например, когда вы работаете, человек там погиб, а вы снимаете информацию, как он погиб, да? У вас нету страха тогда, потому что вы с режима наблюдения заходите. А если вы войдете непосредственно игроком, например, станете этим человеком, притворитесь этим человеком или оденете на себя этого человека, то там уже другие ощущения будут, там неприятные энергии, неприятные ощущения. Поэтому управлять, когда вы там или когда вы наблюдаете, этому тоже надо научиться. Это, в принципе, двойное восприятие, не такой большой слой для тренировок. Вот. Самая сложность большая в данном случае, на мой взгляд, в умении концентрировать внимание и держать внимание. Если вы идете в паре с кем-то, да, работаете в паре, то концентрация внимания идет, внимание держит тот человек, который вас ведет, и вы держите свое внимание, и внутренняя работа осуществляется через рапорт. Так проще всего, да, то есть можно достаточно неплохо раскачиваться, если вы полностью доверяете тому человеку, который вас ведет, то можно работать так, и таким образом внимание будет держаться за счет рапорта. Но если вы работаете самостоятельно, и вы самостоятельно под свои какие-то задачи пытаетесь решать вопросы, тогда научиться управлять вниманием имеет смысл отдельно.
И вот я посвятила, интересно, вчерашний день тому, что, то время, что оставалось, тому, что я просто начала просматривать варианты на эту тему, которые есть психотехник по тренировке. Внимание конкретно. Все, что есть у нас на рынке. И, честно говоря, для себя открыла просто вселенную. Да? Я не задумывалась сама на эту тему. Оказалось, что у нас идут такие жесткие подмены. То есть человека учат, в рекламе висит, что человек, пожалуйста, его учат концентрировать внимание на теле. Подождите, но если вы концентрируете внимание на теле, то вы расконцентрируете внимание, а не концентрируете внимание. Потому что тело, оно большое, здесь очень много точек концентрации. На цели, основы целеполагания, да, вот в бизнесе так много говорят. Подождите, у человека цель запустить бизнес. Там дофига точек. Вот на маленьких конкретных задачах, точках человека никто не учит концентрировать внимание. Единственное, я искала конкретные упражнения, ребята. Я не просто поболтать и почитать рекламу. В рекламе все написано конкретно, везде слово «концентрация» стоит. А когда начинаешь в суть техники вникать, что дается, то там раз концентрация. Там нету концентрации под задачу. Нету того, чтобы человек длительное время в глубоком измененном состоянии сознания держал внимание на одной точке. Есть даже такая подмена, когда человеку предлагаются держать внимание долго на одной точке черной, на стене. Это тоже называется концентрацией внимания. Человек долго-долго сидит и должен что-то там увидеть и чуть ли не просветлеть. Это там с йогическими этими техниками сумасшедшими, там тоже тренинги в них, там закапывание предлагали всякое. Вот это, и вот там тоже такое было. Хорошая тема для начала, да, вот удержи внимание на точке, научиться. Но там отсутствует интерес к этой точке. Зачем человеку эта точка? Она ему, по сути, не нужна. И таким образом интерес пропадает уже через минуту-две, и у человека идет опять раз концентрация. Потому что концентрация внимания будет длительная лишь на том, что человеку интересно. Смотрите, какая взаимосвязь получается. Классно. Внимание будет держаться там, где человеку интересно. А как связан интерес с энергопотенциалом человека? Напрямую. Силовой ресурс, сила намерения полностью завязана с интересом. То есть там, где интересно, туда качается энергия, то идет на материализацию. Этот механизм начинает работать. Получается, вот такие вот техники, которые начинаешь читать и понимаешь, либо человек не соображал, кто это делал, либо человеку нужен был баран, который вот выйдет с пустой головой в моменте здесь и сейчас, и ни одной мысли. И какое внушение ему закинешь, что он и будет делать. Вот это, наверное, ближе к теме, да? Те, кто бывал в состояниях, когда у вас нет мыслей в голове, и потом это состояние кто-то использует под задачу, не ваш. Наверняка переживали эти вещи. Прикольно, прикольно вообще смотришь, читаешь и думаешь, господи, это, боже мой, ну, ребят, это, вот я перечисляю, это же элементарные вещи. Вот просто элементарные вещи. Немножко подумать головой, они абсолютно логичны, они не выпадают за рамки. Какие упражнения нужны для работы с вниманием? И вы знаете, оказывается, более-менее какие-то упражнения, которые есть реально рабочие, они есть у того же самого Бронникова во втором его курсе. Это называется работа с экраном внутреннего видения. Там тоже не все техники проходят, но часть упражнений там достаточно пригодных для этой темы. И, наверное, все, я больше ничего не нашла. Удивительная штука, да? Я даже подумала, что на эту тему надо будет просто сделать подборку хороших упражнений и выдать в эфир курсом. Потому что реально тема управления вниманием, она осталась в стороне и полностью подменена на расконцентрацию. Даже жесть. А как тогда материализовывать и как тогда достигать цели, если заходить вообще с расконцентрацией? А это априори повышенной внушаемости. И, соответственно, жестяк. Ну, кстати,
кстати, на эту тему люди даже не задумываются, им она нафиг не нужна, потому что куда приятнее, вот, например, использовать психотехники там, где ты пришел, тебе включили медитативную музыку, и ты расконцентрировался, в релакс такой ввалился, и тебе уже хорошо, да, ну, мозг простимулировался, и тебе вообще не надо думать про свои цели, ты просто выключился из напряжения, ты расслабился. Кстати, эти вещи даже военные используют, те же самые минуты отдыха и релакса во время физподготовки. Ну, а потом, что говорит инструктор в это время, кто ж помнит, да? Классно используется вообще просто. То же самое, там, пришел вообще рептильный мозг, когда задействует эти вот барабаны или какая-то музыка ритмичная, которая дает возможность рептильному мозгу вспомнить вот эти состояния. Вау, напрячься, да, кстати, используется буддистами очень активно такая тема, особенно если еще ее зациклить, эту музыку, да, ритмичную. И вот у человека вспоминает рептильный мозг, тело тут же вспоминает, потом раз проваливается при определенной частоте, при обрыве звучания в релаксовое состояние, тело полностью отдыхает, ни одной мысли в голове. Главное, чтобы в это время не вышел Махараджа и не начал разговаривать. Да, господа, я говорю о серьезных вещах, которые есть сегодня в нашем обществе, о которых мало кто думает. Я предлагаю думать. Я предлагаю думать. И для тех, кто задумался, я предлагаю начать изучать таблицу Каткова. Я о ней часто вспоминаю. И даже люди, которые мне пишут письма, они говорят о том, что она вообще не нужна для гипнотизеров. Во всяком случае, эриксонисты ее сразу выкидывают. Подождите, эта таблица дает великолепные физиологические реакции в зависимости от глубины торможения. А глубина торможения связана с глубиной того, что вы видите, того, что вы ощущаете и где вы пребываете при торможении. Вот все, что я перечисляла перед этим, скажите, с чем было связано? Все ваши регрессы, кармы, роды, астральные путешествия и так далее. Да, господа, это было связано с глубиной погружения. Как? Таблица Каткова – это научная составляющая, а я тут какую-то эзотерику приплела. Думайте, господа, думайте. Мы говорим об одном и том же, о том, что происходит в башке у человека, когда он тормозит, когда он идет в себя. Я вам ничего, планету другую не открываю. Я вам просто вот эти вещи все соединила воедино и одела на один позвоночник, да? Мышцы придумайте себе сами, дорисуйте, какие захотите. Но все получается гениально просто. Из тренировок, которые я рекомендую делать постоянно здесь и сейчас, да, если вы думаете, что вы вот это сейчас поняли, сели, смогли сконцентрировать внимание, господа, для того, чтобы работать по техникам влияния, я 2 года каждый день тренировалась по определенным упражнениям на концентрацию внимания на образах. 2 года каждый день. Но это самостоятельно, я никому за это ничего не платила. И я предлагаю вам, это не так сложно, если вы понимаете, что вы делаете. Поэтому сперва давайте начнем с того, что выстроим в голове хотя бы какую-то систему понимания, как это все работает, и что каждый раз речь идет об одном и том же. Мы просто соберем одного целого слона, а не будем лепить из его кусочка маленьких слоников. С вами была я, Наталья Зайцева.